Много лет назад вонючее махшанское болото деградировало в странную хрень под названием совок. Палатянам все нравилось, совки, голодомор украинцев, концентрационные лагеря, арабский неоплачиваемый труд, война по всей земле и ядерные ракеты. Ядерные ракеты были, но не было туалетной бумаги и прокладок. Да и нахрена, жопу можно вообще не вытирать. Совок продавал нефть и клепал ракеты, в результате чего лопнул, как штопанный гондон. Тут-то махшане увидели, сколько в мире ништяков, о которых они даже и не ведали. Тогда и решили выбрать себе президента, который бухал, как все, и наслаждаться вражьими ценностями не мешал. Однако от постоянной синьки их президент уставал. Нужно серое, легко управляемое чмо. Я устал. Я ухожу. И что бы ни синячил? Кто там? Это я, Собчак. Я вам рак принес. И Ельцина. Кокс. Нефть в обмен на продовольствие. Как адъютанта зовут? Не помню. Серый, неприметный, услужливый. Услужливый — это хорошо. Бухает? Не-а. Только страны немного. Любит мальчиков пупки целовать. Главное, что он управляемый и серая моль. Парень, хочешь на его место? А можно, сортир, подумать? Я боюсь. Друг замочит. Неси. Мисс с тобой. Стать великим тираном несложно. Надуй буржуев по внешипанных дубку, а когда потеряем бдительность, арест, расстрел и экспроприация. Лучше отраву. Коль на СМИ, мой фронт, прямой пропагандой мозги, похуманите папки на нас бигфон, аншлюф и четвертый рай. Можно вас пупки поцеловать? На удачу. Я хочу быть президентом. Я вас отблагодарю. Теперь маленькая победоносная война. Плохой знак, мой фронт! Я не верю в приметы.